Здравствуйте, друзья! Компания «В спорте.ру» и Северная лига ЛФЛ начинает прямую трансляцию матча 17-го тура дивизиона 3А. Дубль «Легиона» и «Восточная Дегунина» встречаются сегодня на Флотской и в прямом эфире. Ну и надо сказать, что соперники занимают места в верхней части турнирной таблицы. Наверное, положение их не самое выгодное относительно других лидеров, но все-таки в эту самую пресловутую группу лидеров они входят. Посмотрим, что покажет сегодня на футбольном поле, тем более, что у нас уже зимний футбол, зимняя часть чемпионата, и поле достаточно скользкое. Но вот те матчи, которые стояли сегодня, в общем, показали, что команды справляются с условиями, и, в общем-то, проблем особенно быть не должно. Ваш комментатор на ближайший час — Кирилл Разумовский. Давайте по составам быстро пройдемся и потом посмотрим футбол. Итак, Восточная Дегунина в белой форме. Команда сегодня в качестве номинального хозяина поля. И в следующем сочетании начинает. В воротах Сергей Назин, номер один. Три защитника. Максим Сельский, 15-й слева. В центре Сергей Коноплев, 3-й. И справа Игорь Шуров, номер 22. Ух, сейчас момент какой. Пока посмотрел в протокол, буквально для того, чтобы остальных футболистов вам назвать. И тут Сергей Мананников сумасшедшую голевую передачу выдал. Как там не забил Федор Егоров, непонятно. Но, в общем, таким образом сами себя футболисты представили. Федор Егоров в центре поле играет под 8-м номером. Мананников под 21-м на правой бровке. Слева действует Сергей Ковалевич, номер 18. И впереди Артур Волченков, номер 9. Сейчас атака «Легиона», и ее завершает Попенко Зарян. Но здесь Назин справляется. И давайте по составу красно-серых сейчас пробежимся. Итак, в воротах Александр Дементьев, номер 35. Три защитника слева направо. Сергей Миронов, 2-й. Сергей Борзенков, 29-й. Игорь Дермаков, 23-й. В опорной зоне Дмитрий Ефремов, номер 5. В качестве атакующих полузащитников сегодня Александр Седов, 17-й. И Денис Бычков, 22-й. Впереди Попенко Зарян, номер 7. Ну что, команды начали с места в карьер. В принципе, вот на первых минутах уже обменялись опасными моментами. Ну и таким образом демонстрируют свое желание, свое намерение играть в атаку, не отсиживаясь в обороне. В общем-то, для зрителя, для нейтрального зрителя в особенности, это самый лучший вариант. Ну и ожидаем результативного футбола. В принципе, от этих команд можно подобное ждать. Тем более, что «Легион» сегодня, конечно, учитывая, что основной состав не играет, просто шикарный состав для третьей лиги сюда привез. Из футболистов, которые сейчас на поле вышли, сразу, сколько? Ну, получается, шестеро игроков. Это твердые футболисты состава команды, которая стоит в высшем дивизионе. Дементьев, Седов, Казарян, в первую очередь Дермаков также, ну и Ефремов с Бычковым, в общем, игроками обоймы являются и получают достаточно игровое время. Борзенков с Мироновым может быть поменьше, но все равно на регулярной основе. Поэтому вот сейчас таких откровенных дублеров у «Легиона» в составе нет. Тем сложнее будет Восточному Дегунину, и тем интереснее, может быть, будет нам смотреть за этим матчем. Еще один опасный удар. На этот раз Дермаков попробовал из-за предела штрафной. Назин на месте. Но мяч на угловой. Он отбивает. Александр Седов берет мяч, отправляется к угловому флажку. Так, ну здесь не прошла хитрость. Я не знаю, уж задумывал ее Александр Седов или нет, но на всякий случай Мананников мяча коснулся. Вы знаете, это, по-моему, придумал Райан Гиггс, но, может быть, здесь
не так важно, кто именно первым исполнил такую вещь, такую хитрость. Когда устанавливают мяч на дуге рядом с угловым флажком, а потом касается его и как бы отходит в сторону, мол, не я буду там навешивать, другой футболист. И защитники на подобное реагируют. Им кажется, что действительно мяч еще не в игре, а мяч уже в игре. Поэтому подбегает другой футболист и уже разыгрывает по-настоящему, получая преимущество при этом. Сейчас Седов мяча коснулся, подбежал Казарян. Может быть, коснулся и без умысла, просто решил партнера оставить. Тем временем Восточная Дегунина свою атаку организовала левым флангом. И Дементьев там ногой отразил удар с близкого расстояния. Вот сейчас он еще с одним ударом справляется, но в данном случае мяч практически по центру шел. И думаю, проблем не было. Вот здесь преимущество на фланге сейчас в скорости было у Казаряна, но на скользком поле вообще изменить направление движения не так просто. Поэтому, если передача идет не в ногу, чуть-чуть в сторону, то тот, кто первым добирается до мяча, получает большое преимущество. Казарян сейчас это здорово использовал, но вот передачу выполнить точно не смог. 6 минут практически сыграно. Счет не открыт, но моменты есть, и мяч практически не задерживается в центре поля. И по большей части команды ворота друг друга атакуют. И темп игры на самом деле невысок, но мяч достаточно быстро ходит пока. Вот только сейчас «Легион» впервые вот так вот основательную атаку начинает готовить, разыгрывает мяч в центре, долго его держит. Ну, на самом деле, толком подготовить-то не получилось. Там передача Казаряна была в центральную зону. Она не прошла. Теперь уже Дегунина в атаке. И зарабатывает угловой Федор Егоров. Ну что ж, это даже не угловой, это аут. Сейчас Мананников будет вводить из-за боковой. Здорово, Бычков отработал. И мяч пока в игре. Прострел, нет, здесь никого из футболистов в белой форме. Легион, получается, контратака. Казарян здорово в центр на Ефремова. Седов, да, на Данина, на Бычкова, точнее. И у Седова передача не получилась такой... Ну, она получилась чуть сильнее, во-первых, чем нужно. А во-вторых, все-таки чуть не точно отдал. И опять же, на скользком газоне Денис Бычков просто не устоял на ногах. Чуть поехала опорная и пробить толком не получилось. Настало, наверное, время о турнирном положении поговорить, потому что команды, в принципе, довольно бодро сейчас играют, но... Пока нет таких по-настоящему серьезных атак, можно чуть в таблицу углубиться. Итак, «Легион» шестую строчку занимал перед началом этого игрового уикенда. А вот сейчас момент классный, Волченко бьет и не попадает в дальний угол. Дементьев просто статистом был в этой ситуации, он просто наблюдал. Ну а Волченков пробил на силу. Хотя можно было просто катнуть в дальний угол. Шикарный момент упускает нападающий Восточного Дегунина. И счет не меняется. 0-0. Здесь Дармаков в проход пошел и его уронили. Этим фактом он недоволен. Но, а с другой стороны, все-таки не будут же тебя просто так... пропускать к воротам. Казарян на дриблинге ошибается, контратака. Егоров ждет Волченкова, но не дожидается момента для удобной передачи. И, в принципе, правильно делает, что разыгрывает через фланг мяч. Итак, «Легион» на шестом месте. Восточная Дегунина занимала восьмую позицию. И между командами 4 очка. У «Легиона» 31 балл. 10 побед. Одна ничья. И у Восточного Дегунина 8
победы, 3 ничьих, 27 очков, поражений поровну по 5 у сегодняшних соперников. Ну, кроме того, у «Легиона» чуть-чуть получше разница мячей. У «Легиона», собственно, плюс 20, а у «Восточного Зигунина» плюс 10. Так получилось, что 2 недели подряд в нашем эфире дубль «Легиона», и я говорил уже в прошлой трансляции. Команда, в принципе, неудачный отрезок сейчас проводит в чемпионате. И так по началу, после первой трети сезона, была повыше, но несколько раз проиграл. И вот эти 5 поражений, они, собственно, получились буквально в последний месяц. Ну, не все 5, тем более вот тут «Легион» счет открывает, и достаточно красиво все делает Денис Бычков. Перебрасывает мяч после паса Казаряна, и на 11-й минуте «Легион» выходит вперед, откладывает немножечко наш разговор о последних результатах, о турнирном положении. Ну, кто-то должен был забить, потому что, конечно, такое количество контратак, даже атак не позиционных, а вот именно сходу, на старте игры должно было привести взятие ворот рано или поздно. Так вот, в последних 5 матчах «Легиону» удалось выиграть всего 1 раз. Еще 1 раз сыграть ничью, и 3 поражения команда потерпела. Ну и, собственно, сегодня похоже, что намеревается выиграть. И крупно еще 1 гол. Буквально минута прошла, и на этот раз Бычков отдает голевую передачу, а забивает Дмитрий Ефремов, подключившийся. Ну, у «Восточного Зигунина» какой-то локальный провал приключился на этом отрезке. Тут уже и партнеры друг другу претензии стали предъявлять. Сначала команда хорошее выдала, а сейчас все-таки количество атак «Легиона» в качество переросло. Еще одна ошибка на своей половине. Здесь все стоят, никто никуда не бежит. Казарян штрафную дает передачу, падает в партнера. Ну а пас скрытый, наверное, на Бычкова шел. Просто Дурмаков на пути мяча оказался. Так вот, дублю Фортуны и дублю МСК Европы «Легион» проиграл. Перед этим проиграл еще и «Гефесту» второму. И на прошлой неделе сыграл ничью с «Вентенформ», причем отыгрался по ходу второго тайма за несколько минут до конца. Мог, наверное, и выиграть, мог и проиграть. Ну, в общем, ничья там скорее справедливым итогом оказалось. В общем, за последние 5 матчей 4 очка всего «Легион» набрал и, соответственно, чуть опустился в турнирной таблице. Что касается «Восточного Зигунина», то вот тут довольно странная команда результаты демонстрирует. Ну, например, не так давно обыграли «Экспресс», команду, которая идет в верхнюю часть турнирной таблицы, сейчас на 4-м месте. Такой достаточно приличный, приятный футбол демонстрирует. Но зато 2 раза сыграли ничью с «Сиренью» и «Аресом», которые занимают, соответственно, 13-е и 10-е место. И еще проиграли «Телевизору», команде, которая на 14-й позиции сейчас. Но на прошлой неделе «Восточного Зигунина» было разгромлено «Гефестом» 7-0, тут без вариантов. То есть, таким образом, получается, что практически те же показатели, ну не 4, а 5 очков «Восточного Зигунина» за 5 матчей последних набрало. И это больше, чем у «Легиона». Ну и таким образом вот отрыв на 1 очко сократился. Но другое дело, что гораздо лучше «Легион» начал чемпионат и среди лидеров шел. Поэтому и сейчас 4 очка в турнирной таблице соперников разделяют. Замены. Замены уже пошли. Середина первого тайма. У «Легиона» есть изменения. Давайте сейчас посмотрим, как на поле будут футболисты располагаться. Ну,
Тройка атакующих футболистов без изменений. Еще одна опасная атака. И Дермаков вторым темпом. Седов. Передача. Гол. Передача под ударом Лану Какуеву. 3-0. К 15-й минуте. Ну, как-то совсем грустно стало. Начало вроде было неплохое. И дальше что-то Восточная Дегунина посыпалось немножко. Алан Какуев вышел на замену вместо Дмитрия Ефремова и вместо Сергея Борзенкова. По четвертым номерам появился Геннадий Баранников на игровой площадке. При этом он занял позицию левого защитника, Сергей Миронов перешел в центр. Восточного Дегунина пока замен я не вижу. Но поговорим мы обязательно о тех футболистах, которые будут по ходу матча выходить с скамейки запасных. Тем более, что ну, тут есть просто достаточно известные по меркам Северной Лиги игроки. Артур Волченков, кстати, который вышел на позицию форварда в стартовом составе, к таким тоже относится. Он в свое время выступал за Штурм и в том числе в высшем дивизионе, но вот, уже достаточно давно команду Александра Николаева покинул. Здесь Восточным Дегунина является одним из лидеров и лучшим бомбардиром в этом сезоне. 11 мячей у него на счету. Но с ними гол плюс пас Сергей Ковалевич. Лучший Сергей Ковалевич входит в число лучших игроков и в истории Восточного Дегунина по набранным очкам. Достаточно давно он выступает. Ну и у него в этом сезоне 10 плюс 9, 19 баллов. Достаточно неплохой результат, учитывая, что еще даже не закончился первый круг. Но команда по большому счету середняк третьей лиги. Ну, середняк третьей лиги почему-то стоит в своей штрафной, а Легион просто бьет со всех позиций, с отборов, с подборов, с отскоков и как угодно. Что касается дубля Легиона, то его лучшим бомбардиром является Александр Седов. 12 мячей он забил. Вот сейчас отправляется отдыхать, пока ограничившись голевым пасом. Вместо Седова под 15 номером будет Андрей Абрамович играть. Ну а кто на каких позициях, сейчас решительно непонятно, потому что Казарян очень глубоко отходит в центр поля за мячом. Ну и таким образом на острие то Бычков, то Абрамович сейчас оказывается. Еще схема довольно гибкая. Бычков направо играет с Дармаковым. Легион атакует шагом. Сейчас это лишняя демонстрация преимущества. Но вот, пожалуйста, два шага, дальний удар, 4-0. Денис Бычков забивает этот мяч. Не знаю, что еще дополнительно здесь комментировать. Вот 8 минут ударные у Легиона получились. И 4 гола в воротах Сергея Назина. Я думаю, что с победителем этой игры все ясно.
Но что делать? Нам надо продолжать наблюдать, продолжать искать какие-то дополнительные интриги в этом матче. С точки зрения результата все ясно. Но будет ли какая-либо драма, получится ли у Восточного Дегунина какую-то игру, контр-игру нащупать? Вот это вопрос. Куэф. Из партнеров уходит Миронов на левый фланг. Играет. Куэф. Неплохо. Бараников. Зарян назад. Дармаков. Бить не стал. Уже накрывали его. Брамович совершенно без опеки. А это нарушение правил. Здесь вам не баскетбол. Такие заслоны ставить запрещено. Ну, Легион, конечно, сейчас куражится. Уже пытается доверного разыграть. Ну, доверного в таком в плохом смысле слова. То есть лишние передачи делают перед ударом футболисты. Понятно, что какое-то удовольствие и уверенность в себе хотят получить. Ну, может быть, тоньше, чем надо играть. Руслан Ишмуратов сейчас на правой бровке. И он также вышел на замену. Ну и тут же момент у Казаряна. Штрафную он мяч получил. Просто пробить не удалось. Вот, вроде бы обратили внимание, вроде бы принял мяч достаточно уверенно, но даже шаг не смог сделать, проскользила нога, и защитник вынес мяч. Казарян назад, Миронов. Казарян, ну вот Казарян здесь играет футболиста такого свободного художника. Не хочет он дожидаться мяча впереди, опускается пониже, сам играет с мячом постоянно. Ну и не забил ведь сегодня. Пока все в роли ассистента выступает. Сейчас я смотрю, что Сергей Ковалевич у Восточного Дегунина перешел на позицию форварда. Но это был по ситуации все-таки, потому что через правый фланг из обороны выходили, а Толченков вернулся на свою позицию. А Ковалевич как раз в центре поля находится, потому что штрафной собирается пробить. Бьет в стенку. Дармаков назад, Миронов, Шмуратов. И длинная передача на Казаряна. Очень неплохо. Просто на таком поле сложно Казаряну с подобными передачами справляться, но это же не проблема Шмуратова, верно? Он как раз без ошибки на своей половине поля сыграл. Наников. Центр передача. Егоров назад. И через вратаря. Мананников. Центр пас проходит. Вот это неплохо. Ну и что? Ударом заканчивается эта атака. Игорь Щуров пробил после скидки Волченкова. Ну и такая трехходовка получилась. Коноплев забросил мяч в штрафную. Своего нападающего. Но решающий удар подкачал.
Михаил Гензберг под 11 номером на поле появляется. Вот еще один футболист, экс-футболист Штурма. Футболист, который, в принципе, в Штурме не всегда в стартовый состав попадал, но был игроком обоймы, таким полноценным футболистом состава. В общем, также имеет богатый опыт выступлений в первой лиге и в высшем дивизионе в том числе. Ну, здесь помешали футболисту Восточного Зигулина легионный мяч быстро разыграть, но арбитр достаточно индифферентно к этой ситуации отнесся. Нет смысла нагнетать. Начнут на 15 секунд позже свою новую атаку. И ничего страшного. Волченков зацепился назад. Видите, как Кокоев отработал против Игорящурова. Достаточно уверен. Казарян назад. Дармаков. Кокоев рядом. Вот мяч получает. Он так топчется в середине. И вот ошибка. Абрамович ошибается, Волчаков тоже не бежит, почему-то ждет партнера, и дальше Миронов ситуацию исправляет. Могло опасно получиться, но не получилось. И мне показалось, что Артур Волчаков как будто бы не готов был к такой возможной контратаке. Кокоев. Вот здесь все в темп. Хорошая передача на Казаряна. Тот на левом фланге. Подача не очень. Мяч до Андрея Абрамовича не доходит. К тому же 15 номер фолит. Гензберг назад. И опять перехват. Ковалевича не получается обыграть Ишмуратова. К концу первый тайм подходит. Опять игра немножко успокоилась. Легион включился на 8 минут, забил 4 и продолжает в таком неспешном темпе контролировать игру. Дермаков. Мяч штрафной выносит. Ишмуратов в центр пас. Опять ошибка. Теперь Гензберг на перехвате. Волченков. Нет, просто не смог развернуться, чтобы пас вперед отдать. Валевич на Коноплева. Шуров. Здорово убирает Казаряна. Ну, пока это без особого продвижения. Ковалевич. Вот сейчас есть возможность для атаки против Миронова. Уходит Ковалевич. Передача. Гол. 4-1. В конце 28-й минуты. Ну и кто у нас отличился? Давайте сейчас посмотрим. Федор Егоров. Автором забитого мяча становится... Но отметим прежде всего капитана Восточного Дигунина Сергея Ковалевич, который классный проход по левой бровке совершил. Подарок для Казаряна. Выручает в начале свою команду Сергей Назин. И второй раз выручает, потому что, по-моему, Дермаков попробовал с центра поля пробить. И удар у него получился не самым хорошим, не самым точным.
Но это по большому счету все не очень влияет на результат. Пропустил один мяч Легион, может позволить себе пропустить еще один. Команда, мне кажется, на 100% ход игры контролирует. Казарян на бровке. Здорово расправляется с защитником. Передача не проходит, всего лишь угловой. Но все равно красивый такой финт. Прокинул мяч между ног. Копин Казарян. И сам же корнер разыгрывает. Через какое? Подача. Нет, здесь Назин мяч забирает. Ну что ж, все на этом. Арбитр сегодняшней встречи отправляет команды отдыхать. Давайте и мы прервемся. И мы вернемся совсем скоро к началу второго тайма. Ждем только стартового сигнала арбитра, который должен возобновить сегодняшний матч. Матч 17-го тура дивизиона 3А. Восточная Дегунина против Легиона. И 4-1 в пользу дубля красно-серых после первой половины. Наверное, все закономерно. Легион с большим преимуществом играет. Ну и Легион в полной мере пользуется преимуществом в классе своего состава. Сегодня максимальный сбор основных футболистов на этой игре. И авторами забитых мячей уже стали Денис Бычков дважды, Дмитрий Ефремов. Ну, а Алан Кокоев забил с передачи Александра Седова. Хороший момент сейчас был у Волченкова. После подачи с фланга бил он головой в упор. И это, можно сказать, связка из штурма сработала, потому что Герберг выполнял корнер. Но мяч рядом со штангой прошел. Вообще у Восточного Дегунина, наверное, было еще 2-3 возможности, чтобы забить. Но у Легиона, помимо 4 мячей, еще, наверное, столько же голевых моментов. Поэтому ну, такой честный счет был бы что-то вроде 8-3. Ну и 4-1 в целом преимущество красно-серых отражает. Сейчас Восточный Дегунин угловой подаст. И еще раз по составам пройдемся, потому что вторые половины команды начали немножко в других сочетаниях. И здесь моменты. Опять бьет Волченков, но на этот раз подальше. Все-таки менее опасно вышло. Но на угловых у своих ворот Легион не справляется пока. Итак, Восточного Дегунина. Сергей Назин в воротах. В обороне под 99-м номером появился Алексей Бардышев. Сергей Коноплев по третьим в центре. Игорь Щуров 22-й справа. В центре поля сейчас играет Михаил Герцберг номер 11. На флангах Сергей Ковалевич 18-й. И Федор Егоров 8-й. Впереди Артур Волченков номер 9. У Легиона в воротах Александр Деметьев, номер 35. В обороне. В обороне Сергей Борзенков, 29-й. Так, ух, какая передача сейчас хорошая была и не прошла она, к сожалению. Так, Сергей Борзенков, 29-й. Еналь Баранников 4 слева и Руслан Ишмуратов 26 справа. В опорной зоне Дмитрий Ефремов номер 5. Денис Бычков номер 22 и Андрей Абрамович номер 15. Атакующие полузащитники. И на острие атаки Александр Седов номер 17. Седов вернулся на позицию форварда. В прошлой игре, видимо, понравилось. Сыграл неплохо на родной для себя позиции. Хотя там и голевой момент упустил явный.
Но в итоге своим голом команде принес ничейный результат. И вот вместо Казаряна занял место Ватай. Фол. Егорова уронили. В сторону штрафной здесь Борзенков. И сзади в подкате играет Волченков. Ну, какой-то супер грубости не было, но желтая карточка. Тем не менее, здесь все справедливо. На таком поле, тем более, достаточно опасны все эти подкаты. Первый горчичник за грубую игру. Обед все, что встреча выписывает. Седов. Центр передача. Бычков. Штрафной искал Абрамовича. Но передача не прошла. Бычков опять не точно. Барышев. Вот сейчас момент у Восточного Дегунина, но последняя передача подкачала. Если бы Федор Егоров помягче сделал пас, то вывел бы своего партнера 1-1. А так Дементьев в руки фактически катнул. То есть Легион заигрывается. Седов неточно отбросил Абрамовичу, и затем фол. И пока там красно-серые выясняют, кто виноват, достаточно Дегунин пытался атаку провести. Ну вот, пожалуйста. Не сразу футболисты разобрались, кому из-за боковой вводить. Небольшая пауза возникла. Легион в итоге ввел, но как-то неудачно. И у ВД получается контратака. Сейчас 3 в 2. Ну, понятно, что есть еще футболисты. Они как-то в отбор не вступали, просто рядом находились. И в итоге-то чистое преимущество на самом деле было у Легиона на своей половине поля, но из тех, кто реальное участие в атаке принимал, это был Герцберг, Колченков и Ковалевич, и опять передача не прошла. Можно было чуть-чуть поточнее, и тогда да, могло родиться что-то вроде голевого момента. Восьмая минута второго тайма. Ну, соперники без азарта сейчас действуют. Такая классическая ситуация, когда одни не могут, а другие не хотят. Седов. Бычков. Седов. И мяча проскакивает. Ну, смотрите, не выбивает мяч Восточного Дегунина, старается пасом выходить. Если следуют длинные передачи, то они, в принципе, адресные. Другое дело, что не всегда удается исполнить. Легион все-таки пытается играть в комбинационный футбол. Не совсем это получается у команды, потому что брака тоже многовато. Волченков на ударной позиции оказался и в штангу зарядил. Дементьев вроде за мячом прыгнул, но не прыгнул, точнее потянулся, но не достал.
И быть бы голу, если бы не каркас ворот. Гетберг налево. Да, но здесь выходить нужно, конечно, под недодачу. Вот эти передачи в направлении форвардов. Герцберг открывался за спину, может быть, ждал вот этой закидушки, но на самом деле гораздо легче низом мяч двигать по такому полю. Он скользит, скользят и защитники. Вот Ковалевич уходит. Сейчас Адам Рамович попадает в Борзенкова, но атака Восточного Дегунина продолжается. Такая несколько судорожная. И заканчивается нарушением правил. Замены у Легиона, как я понимаю. Но будут они произведены на следующем мяче. Дементьев вызывает на Седова. Никто не коснулся. И будет удар от ворот. Так, ну давайте смотреть. Ишмуратов уходит. Ишмуратов, Седов и Ефремов. Значит, Казарян идет в атаку. На правый фланг обороны возвращается Дармаков и Кокоев в центральную зону. Да. Герцберг с мячом. Полевич. Хорошая передача-то проходит. У Восточного Дегунина атака. Достаточно опасно все было, но недостаточно сложно для Александра Дементьева. Удар. Удар такой простой, открытый, видимый. И достаточно сильный, но не запредельно сильный. И в ту позицию примерно, где вратарь находился. Дармаков. Это сложно. А зачем сейчас верхом такие передачи выполнять? Достаточно много свободного пространства, и, в принципе, Легион, даже не включая скоростей, может создавать опасные комбинации и прочие игры низа. Я же говорю, заигрывается. Ну, еще почти 20 минут играть. Голы-то будут, я уверен. Пока сценарий первого тайма повторяется. После перерыва не было забитых мячей. И уже 12 с лишним минут. В первом тайме, напомню, что-то подобное команды изобразили, а потом Легион стал забивать. Казарян. В центре мяч принял. От него сразу все убежали. На всякий случай, опасаясь, видимо, какого-то опять элегантного финта. И Казарян уже на позиции последнего защитника сейчас. Ну вот перехват. Перехват и тут же ошибка защитника Восточного Дегунина. Бычков мяч сохранил. Дармаков. Ну, Казарян один. Получает мяч. 5-1. Теперь счет становится. Вот этот раз Восточного Дегунина привозит себе самостоятельно. Но, с другой стороны, никто не удивлен. Я не удивлен, например. Казарян, насколько я понимаю, свой первый мяч забивает в третьей лиге в этом сезоне. Потому что до этого он участвовал только в игре против Гефеста. Но там Легион проиграл 0-2. Вот так не повезло Восточному Дегунину.
Валевич. Егоров. Ну вот, неплохо. И удар не получается у капитана ВД. Но мяч в игре. И Волченков, мне кажется, все-таки бил, а не отдавал передачу. В любом случае, Герцбергу бы не помешало на дальней штанге как-то пытаться замкнуть этот прострел. Но в итоге опять близко, но опять не опасно. Казарян. Бычков. Казарян. Если пас, то плохой. Если удар, то слабый. Ну, мне показалось, что все-таки пас был. Здесь Кокоев здорово играет на перехвате. Ну, точнее, даже не на перехвате. Он просто мешает сопернику атаку начать. Коноплев выиграл верховую борьбу. Сейчас в центре один. Быстрее, конечно, нужно восточному Зигунину мяч двигать. В таких ситуациях, тем более, что легион оставляет зону. Наплев. Бандышев. Герцберг. Назад. Волченков. Герцберг, Волченков и дальний удар. Бесперспективный просто в Миронова Волченков уткнулся. А Миронов тут еще и на перехвате здорово сыграл. 4 в 2 контратака. Восточный Дегунин назад не бежит. Тут Казарян все испортил. Просто точную передачу отдать не смог. Вот сейчас получают от партнера. Ну и гол. Мяч пересек линию ворот в воздухе, насколько я понимаю. Тут Восточный Зигунина протестует, но по большому счету мне тоже вот отсюда показалось, что мяч уже в сетке был. Казарян, конечно, спижонил сейчас откровенно, но оформляет дубль в сегодняшнем матче в течение 3 минут. Один шесть. В общем-то, относительно победителя вопросы-то уже достаточно давно были сняты. Но во втором тайме несколько скучнее футбол получается, чем до перерыва. Но все-таки команды чуть с большим желанием атаковали друг друга. Ну, будет разгром. Собственно, уже, наверное, плюс 5 мячей можно разгром считать. Восточная Дегунина команда довольно интересная. В последние годы, в новейшей истории, вот, по крайней мере, с тех времен, когда общая база данных была введена в английской футбольной лиге, команда трижды играла во втором дивизионе и непременно на следующий год оказывалась в третьей лиге. И вот в сезоне 11-12 как раз еще тогда под названием «Кальчо» Восточная Дегунина с «Легионом» играла в одной группе, в дивизионе 2А. И Восточная Дегунина в итоге заняла 19-е место, «Легион» 13-е или 14-е. Тогда тоже были такие не лучшие времена для «Легиона». Но что интересно, соперники победами обменялись. И вот Кальчо, которая одним из аутсайдеров чемпионата являлась, обыграла Легион с счетом 2-1. Но в другой игре было 8-2. На следующий год Восточная Дегунина уже с новым названием. Здесь пенальти будет. Пенальти, потому что совершенно точно было движение рукой в спину, и Александр Дементьев такой трусцой бежит исполнить 10-метровый.
Поэтому давайте с историческим экскурсом немножечко паузу возьмем. Посмотрим, чем этот момент закончится. Казарян там что-то подсказывает. Дементьев бьет без вариантов для своего коллеги по амплуа. 7-1. 7-1 таким образом за 10 минут до конца игры. Так вот, Восточная Дегунина вылетела из второй лиги, должна была начать сезон в третьей, и начала. В третьей, собственно, но провела только один матч тогда, и затем опять перешла во вторую лигу. Седов в прорыве едва не забил, но не забил, и с тобой недоволен. Ну, а на самом деле, нужно быть довольным, потому что все правильно сделал, как форма, настоящая. Тем не менее, как раз в этом сезоне с Легионом Восточной Дегунина пересеклась в третий раз. На этот раз в кубке. И Легион был сильнее 4-2. Пошел следующий этап. После этого пути команд надолго разошлись. Легион полез наверх так планомерно. Выиграл медали и второго дивизиона, и первого. И вот уже в высшем дивизионе выступает. И в сезоне 14-15 годов, когда создал дубль, не получалось просто по жеребьевке оказаться в одной группе с Восточным Дегунином. В это же самое время ВД три года даже подряд занимала 4-5 места в третьей лиге, то есть чуть-чуть не хватало для того, чтобы заработать повышение в классе. И вот, наконец, в сезоне 15-16 получилось занять 4-е место. Там впереди были дубли, поэтому их результаты, естественно, не учитывались. Они повышение в классе получить не могли. И Восточная Дегунина опять оказалась во второй лиге. Но прошлый сезон показал, что со второй лигой как-то у команды не ладится. Опять 19-е место. Опять в третьей. И вот сейчас, вы видите, в середине турнирной таблицы, даже не среди лидеров, Восточная Дегунина идет. И можно сказать, наверное, с уверенностью, что обратно во вторую лигу пока не вернется. Ну, а так, были времена, наверное, сейчас не все и вспомнят, по крайней мере, на 100% в достоверности этой информации я бы не был уверен. Но, насколько я помню, Восточная Дегунина еще переименовывалась в свое время в АТД. Это был австралийский торговый дом, не то спонсор, не то партнер команды. И в желто-черной форме. Тогда Восточная Дегунина играла, потом опять стала Восточная Дегунина, потом Кальчо. И вот, можно сказать, к историческому названию вернулись. Но вот, к сожалению, мы говорили об этом уже неоднократно, к сожалению, не вся история Северной Лиги доступна. Вот где-то в разговорах, где-то со старожилами можно обсудить вот те годы. И так по крупицам восстановить в памяти события тех лет. Но, конечно, многое утеряно и печально. Потому что есть команды, вот, типа как то же самое Восточная Дегунина или Легион, история которых насчитывает уже больше 10 сезонов. Возвращаемся на поле. Команды доигрывают. 7-1. Легион атакует. Дармаков на Седова. Седов Дармакову. Дармаков не забивает почему-то. Казарян, Седов. Ну, Седова выводили, оказывается, завершающий удар. 8-1. Минута 54.
Ну вот так вот даже от Гефеста меньше получили. Баллисты восточного Зигуни. Ну, Легион. По полной программе решил на сегодня отыграться и за свои неудачи на турнире. 3А, в котором участвует дубль, и за свои неудачи основной команды в чемпионате вышки. А там Легион от Гефеста 9 получил, от Интера 10. В общем, не самый удачный отрезок тоже получается, но там у Легиона практически решена основная задача. Практически, потому что еще есть математические шансы у Энергомаша Легиона опередить. Но вот шансы эти невелики. Посмотрим, как они будут реализованы. Буквально в течение этих, ну или следующих выходных, максимум будет все понятно. Девятый мяч в воротах восточного Дегунина оказывается. Кокоев его забивает. О, а тут Сергей Ковалевич даже не радуется, потому что ну такой рикошет, и Александр Дементьев как будто мыло в бане пытался поднять, а оно у него из рук выскользнуло. В общем, 9-2 на ровном месте. Я даже не знаю, будет как автогол, наверное, записан этот мяч. Ну что ж, настоящей битвы, борьбы мы сегодня не увидели. Увидели мы такой, скорее, товарищеский матч. В котором Легион был намного сильнее своего соперника. Ну и при этом, конечно, реакция у игроков Легиона сейчас такая, как будто они должны решающий мяч забить, как будто система гандикапов действует, как будто сейчас после игры зайдут в судейскую, вскроют конверт, а там плюс 8 у восточного Дегунина, и вот одного мяча как раз не хватит. Все свои задачи, естественно. Легион играет до конца, наслаждаясь каждой минутой, наверное, сегодняшнего поединка. Но восточного Дегунина, я себе могу представить, скорее всего, ждет, когда этот матч уже закончится. Мананников по правому флангу один, никто ему не помогает, приходится останавливаться. В центр передачи проходит Ковалевич, его накрывает Казарян и Шмуратов. Все, Ефремов с Казаряном новую атаку Легиона начинает здесь. Вперед пас, Седов мяч сразу не принял, но позицию занял верную и поэтому забрал подбор. Казарян, Ефремов, в данной позиции, не бьет, и что-то такое вообще придумывает непонятное совершенно. Да, вот Олегу Пронину передачу отдал, который сегодня в образе Деда Мороза, в шапочке такой, новогодней. Ну да,
Если кто живет недалеко, еще может успеть. Сейчас у нас Нева Голд Шарк в высшем дивизионе. Игра будет достаточно интересной. Ну, обещает быть, по крайней мере, потому что там есть некоторая интрига. Куда все-таки в итоге отнести Неву после первого круга? К четверке лучших команд или все-таки ближе к Голд Шарк? Понятно, что у Невы там какое-то преимущество есть и запасы, и, в общем... В начале чемпионата лучше него выглядело. Но вот сейчас по игре кажется, что Голд Шарк Неве не уступит. Как там и получится, ну, здесь посмотрим. Последние секунды игры. Коноплев. Передача. Ну, в общем, тот падает. Претензии предъявляешь за неточный пас своему партнеру. Ну и, в принципе, все. Наверное, нужно финальный свисток давать. И вот он сейчас звучит. 10-й гол Легион не забил. То есть, все-таки двузначным счет сделать не получилось. Но преимущество в итоге колоссальное было преобразовано в голы. Игра завершилась со счетом 9-2. Что ж, поздравим дубль Легиона, друзья. Прощаюсь с вами сегодня. Завтра у нас будут еще две трансляции. Встретимся здесь, на полях Северной Лиги.